тогда можно. Угу, можно. Для выполнения заместительной сурфактантной терапии нам необходимы ларингоскоп с клинками различных размеров, стерильные одноразовые эндотрахеальные трубки также различных размеров, спиртовые салфетки, стерильный шприц, стерильный однопросветный катетер, выбранный препарат сурфактант, источник, создающий отрицательное давление, санационные катетеры, лейкопластырь или фиксатор эндотрахеальной трубки, стерильные ножницы, маски для проведения ИВЛ, источник сжатого воздуха и кислорода, саморасправляющийся мешок, пульсоксиметр или монитор. Техника введения сурфактанта. Ребенок укладывается строго горизонтально на спину. Под контролем прямой ларингоскопии проводится интубация трахеи. Затем необходимо проконтролировать симметричность аускультативной картины и отметку длины интубационной трубки у угла рта ребенка в зависимости от предполагаемой массы тела. Если картина симметричная, после размыкания контура катетер вводится в эндотрахеальную трубку